Городской репортаж. Главной темой заседания регионального правительства стало исполнение программы губернатора региона «Здравоохранение Подмосковья». Из 2800 медицинских учреждений 1217 нуждаются в капитальном ремонте. В нашем городе в этом году в программу вошли 23 объекта. На эти цели выделено 330 миллионов рублей. Контролирую все объекты сам лично. В частности, сегодня у нас запланирован объезд по части из тех объектов, которые у нас есть. Объектов тоже большое количество, 23. Я думаю, что до 15 августа мы все необходимые конкурсные процедуры завершим и приступим к работам. В физиотерапевтическом отделении на улице Победы к капитальному ремонту приступили в июле. Разместим так, чтобы груднички не были в одном потоке со взрослым. И вот вся остальная часть – это взрослая. После открытия здесь вновь появятся лазеры и физиотерапия, массаж, теплолечение и многое другое. Задействованы на объекте 17 человек. Все работы идут согласно графику. Выполнены все демонтажные работы. В настоящий момент ведутся штукатурные работы, ведутся электротехнические работы. Ну, через месяц должен быть сдан. Ну а взрослая поликлиника на проспекте Ленина продолжает прием пациентов. На капитальный ремонт закрыт только первый этаж. Вот постройки 91-й год эксплуатации. Подразделений не было за эти годы ни разу, ни ремонта, ни капитального, ни такого. Завершить работы планируют уже в середине августа. Здесь будет расположена регистратура, медицинская лаборатория, кабинеты специалистов и даже аптека. Также выглядел и первый этаж до начала ремонта. В кабинете хирурга штукатурка буквально сыпется. То есть это канализация? Да, канализация, мы просто задавили, вода на пол ушла. Несмотря на все неудобства, врачи работают без изменений. Чтобы избежать очередей, в поликлинике ввели электронную запись. А в экстренной неотложной помощи люди принимают ежедневно. И обследование ежедневно, один день максимум задержки. В хирургическом корпусе ремонт делают постепенно, но уже во многих отделениях появились новые палаты, кабинеты диагностики и процедурные. Ну, это вот кабинет функциональной диагностики. Просто. То есть здесь сделали заземление. Еще час хирургии сделано, первый этаж. В дальнейшем мы все-таки планируем и приемное отделение, то, которое было раньше. То, что очень ожидаем, это компьютерный томограф будет установлен. Он бы нам очень помог в нашей диагностике. Территорию больницы также планируют обустроить. Скоро здесь появится охраняемая парковка. 13 у нас объектов уже в ремонте, 8 объектов находятся в конкурсных процедурах. 2 объекта мы буквально вот в ближайшее время объявляем на конкурсные процедуры для определения подрядчика. Вот те сроки, которые мы для себя ставим, это конец 2017 года, мы по всем объектам на сегодняшний день пока успеваем. В рамках программы все медицинские учреждения Балашихи будут отремонтированы. В следующем году на эти цели планируют выделить около 300 миллионов рублей. Каролина Гречишникова, Артем Удников, Кирилл Карпенко. Большая Балашиха Лайф. Городской репортаж.